В Асбесте сотрудники полиции провели профилактическое мероприятие «Внимание, мошенники». На этот раз полицейские пообщались с жителями частного сектора. Стражи порядка разъяснили лицам пожилого возраста о наиболее распространенных схемах мошенничества. Рассказали о том, как разоблачить злоумышленников в ходе телефонного разговора, как обезопасить себя во время продажи или приобретения понравившегося товара в сети интернет, а также о том, как не попасться на уловки мошенников в социальных сетях. Звонят каждый день, слушайте, вообще, вот, в основном из банков. Так-то не звонят, а из банков в основном. Вы представляете, сотрудникам правоохранительных органов, вы с ними беседы не ведите? Нет, сразу же, мне уже дети сказали, сразу отключаем. Многим из тех, с кем пообщались полицейские, уже знакомы эти простые правила безопасности. Главное помнить, что лучшая беседа с так называемым сотрудником банка, полиции или ФСБ – это несостоявшаяся беседа. Немедленно положить трубку и прекратить общение – гарантия сохранности ваших сбережений. Каждому собеседнику стражи порядка вручали памятку, в которой описаны наиболее встречающиеся схемы мошенничеств. Полиция Асбеста напоминает: проявляйте бдительность и не поддавайтесь на уловки мошенников. В случае возникновения непосредственной угрозы имуществу или финансовым средствам, обращайтесь в дежурную часть по телефонам 02 или 20402.